Добрый день, друзья! Samsung Galaxy J1 2016 года. Нужно обойти FRP Look, защиту на Google аккаунт. Я буду это делать через компьютер, через программу Odin. Это, по-моему, самый простой способ именно для этой модели. Ссылки оставлю под видео. Ссылки будут на программу Odin, на вот этот файлик, который нужно будет прошить. Как прошить, я покажу. Ну, а потом зайдем в настройки, включим разблокировку OEM и сбросим настройки. Все действия вы увидите здесь. Кто будет первый раз прошивать телефон через Odin, нужно будет установить драйвера. Проще всего это сделать, скачав с официального сайта Samsung программу Samsung KIS. KIS или по-другому. Как-то вот так называется она. Ну, в общем, скачать, установить, и все драйвера будут. Ну, а Odin и файл вот этой вот прошивки вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Итак, сейчас зайдем в загрузочный режим и посмотрим. Загрузочный режим нам нужен будет для того, чтобы прошить телефон. Подключать к компьютеру именно в таком виде. Батареечка должна быть заряжена хотя бы, ну, я рекомендую не ниже, чем на 50%. Громкость вниз, включение и Home одновременно держим. Видим вот такой экран. И теперь громкость вверх. И вот он у нас прошивочный режим, где мы видим FRP Look On. Включена защита на FRP. В таком состоянии мы будем подключать. Но предупреждаю вас, что если долго в таком состоянии телефон будет лежать, он компьютером не увидится. Поэтому надо перезайти. Вот он у нас файлик прошивки. Это не прошивка, это как бы такая модификация, которая позволяет обходить настройки при первом включении телефона. Добавляем ее в раздел App. Открываем, соответственно, Odin. Драйвера должны у вас быть уже установлены. И добавляем в App вот этот вот файлик. Все, теперь просто подключаем к компьютеру телефон. Опять же, повторяюсь, в загрузочном режиме, чтобы он был. И он должен определиться. Вот он, видите, определился. В таком состоянии нажимаем просто старт. Он сейчас быстренько прошьется и сам начнет запускаться. Все, вот он пошел перезагрузку, можно уже отключать от компьютера. Ну вот видите, то есть телефон уже сам перезапускается, я его отключил. Надо чуть-чуть подождать. Сейчас он начнет устанавливать свои какие-то приложения. Но я поставлю чуть-чуть, чтобы в руках не держать, чтобы руки не тряслись. Пусть стоит и загружается. А я, пожалуй, пропущу этот момент. Вот он уже заканчивает установку приложений. И вот и все. Никаких настроек. Казалось бы, все, но я бы рекомендовал вам зайти в настройки. Об устройстве, сведения о ПО, номер сборки несколько раз потыкать, чтобы включился режим для разработчика. Тык-тык-тык, потыкали на номер сборки, и все, переходим теперь в опять настройки. Вот параметры разработчика, теперь пункт у нас виден. Заходим туда, и разблокировка, предусмотренная OEM, вот этот пункт, включаем, соглашаемся. И видите, отладка по USB у нас есть, что мы добились этой прошивкой. Мы ее выключаем и опять включаем, нажимаем ОК. Переходим назад. Там есть пункт архивация и сброс. Нажимаем на него. И вот здесь видите, внизу есть автовосстановление. Он
включен, надо выключить. Для того, чтобы выключить, надо включить резервное копирование. А потом опять выключить резервное копирование и нажать ОК. И нужно сброс данных, именно сброс данных, а не сброс настроек. И нажимаем сброс и удалить. Все. Теперь телефон перезагрузится. У нас сейчас появится зеленый робот. Это и есть Factory Reset. Идет у нас процесс. Потом опять он перезагрузится, опять будет устанавливать приложение. Ну а дальше надо будет пройти настройки, как обычно. Но аккаунт он уже больше не спросит. Вот я чуть пропустил. Ну, как обычно, да, язык свой. Там соглашаюсь. Здесь можно уже пропустить, как бы даже подключаться к интернету он уже не будет. То есть не будет нужно. Можете, конечно, подключиться, но все равно он ничего уже не запросит. Телефон чистый. Я обычно все пропускаю. Вот и все. Вот так легко и просто можно снять ФРП-лок на данном аппарате. Так что, ребята, всем счастливо оставаться. Подписывайтесь на мой канал. Там много интересных видео такого плана по прошивкам, по сбросу аккаунта и много другого интересного контента. А вот вам, пожалуйста, ФРП-лок off. Вот и все дела. Еще раз покедова. Ставьте лайки.